Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором развиваем инвесторское мышление и говорим, как инвестировать в это непростое время. Сегодня блок, посвященный второй части, каким образом очень быстро выходить из стресса. Вот в этом видео мы, соответственно, рассказали, как людям с энергией, с большим количеством энергии, логической, упорной и душевной, очень быстро выходить из стресса. Сегодня поговорим еще о трех типах личности, как им быстро выходить из стресса. Итак, давайте приступим, друзья. Смотрите данные видео до конца. Если вы понимаете, что предыдущие вас вообще абсолютно никак не попали, то следующие три типа личности обязательно попадет. Итак, тип личности – энергия мечтателя, люди, которые очень много проводят время в собственных мыслях, которых фильтр восприятия – это воображаемые действия. Таким людям, соответственно, достаточно легко выйти из стресса, если они будут делать не так много очень простых вещей. Утром или вечером определите для себя самостоятельно прогуливаться в одиночестве. То есть вообще, чтобы никого рядом не было, вы просто прогуливаетесь в одиночестве наедине со своими мыслями. Приятно проводить время в одиночестве. То есть это можно коллекционировать марки, монеты, это можно купить какую-то большую модель Лего, да, и собирать ее там несколько дней подряд. Это может быть какой-то конструктор, это может быть сбор пазлов. Ну, то есть некая такая работа, когда вы остаетесь сами с собой, можете делать какие-то автоматические вещи, при этом находясь сами с собой, со своими мыслями наедине. Размышляйте, больше размышлений, больше свободного времени на размышления. Коммуницируйте со своими родными и близкими, что вам требуется потребность быть в одиночестве, да, потому что это ваша психологическая потребность. Если рядом с человеком, у которого много мечтательной энергии, находится или бунтарь, или находятся деятели, которые постоянно куда-то бегут, делают, стебутся, смеются, да, им нужен какой-то постоянный фан. И мечтатели, они тогда как люди, которые под воду погруженные, да, и им просто не дают вынырнуть и вдохнуть. Вот метафорично, да, мечтатель — это такой человек, который находится вот в этом информационном поле постоянном, да. Если ему не дают вот вынырнуть, вдохнуть нового воздуха, то он начинает попадать в стресс и находится в стрессе. Поэтому расскажите и объясните, покажите данное видео своим людям, с которым вы проводите больше всего времени, потому что тогда вы скажете: ребят, вот послушайте, да, я такой, да, мне нужно время, мне нужно свободное время побыть в одиночестве. Я вас не бросаю, я с вами не расстаюсь, мне нужно удовлетворить психологическую потребность побыть одному. Я вернусь, я никуда не исчезаю, но мне нужно побыть одному. Расскажите работодателю, может быть, покажите работодателю, да, данное видео, да, что для вас важно побыть в одному, и open space, где все открыто, да, вы на виду у всех, лучше там отгородиться какой-то перегородочкой, будет комфортно. Отправляйтесь в отпуск в одиночестве, да, то есть выделите уикенд, и пусть это будет раз в месяц, да, вы путешествуете самостоятельно, без детей, без жены, без, я не знаю, без мужа, если вы женщина, да, с этой энергией. И тоже нужно понимать, что это нормально, да, человек просто такой, и если он этого получать не будет, будет стресс, и будет постоянный длительный стресс, который в конечном счете закончится тем, что коммуникация будет разорвана. Да, это будут или скандалы, или вообще полный разрыв отношений. Поэтому вот в личном плане именно уединяться, размышлять, может быть, самому сходить в кино. Да, то есть, если опять-таки там с возможностью уехать куда-либо нет. Это что касалось людей с большим количеством энергии мечтателей. Следующий, соответственно, тип личности – это бунтарь. Люди-бунтари, люди, которые как пинг-понг, теннисный шарик, который постоянно кайф, классно, круто, которые не сидят на месте. Вот таким людям, соответственно, нужно вот удовлетворять психологическую потребность в этом игровом контакте. Это могут быть танцы. Да? То есть, если они поддерживают супруг, объясните, что танцы необходимы. Да, запишитесь или в какую-нибудь танцевальную студию, или куда-нибудь в клуб. Ну, то есть, вот именно выражать через тело, через движение, которое занимаетесь. Сюда же входит заниматься спортом. Сходите на аттракционы, возьмите своих собственных детей. И я видел, как это выглядит, да, когда там на аттракционе катаются дети, и взрослый какой-нибудь большой, да, орет там вообще, ему классно, круто. Это вот как раз человек с бунтарской энергией, соответственно, пришел. Коллекционируйте забавные вещи. Может быть, возьмите уроки игры на музыкальных инструментах, да. С соседом недавно гуляли, тоже рассказывал ему про модель процесса коммуникации. Речь зашла, что у него там проблемы с супругой, да. Я говорю: блин, PCM, твое все, да, изучи, и все будет хорошо. Он говорит: ну кто я? Я сижу такой и опять задумался, да, потому что у меня, может быть, у самого энергии бунтарской не очень много. Потом раз, мы шли до этого, разговаривали, человек пошел играть на барабанах.
просто с горящими глазами, да, человек рассказывал, как его учили играть на барабаны, что он уже и палочки себе купил, и на палочке этих играет. У него Харлей, да, Харли Дэвидсон, соответственно, предлагал мне тоже купить. Говорит, давай вместе тусить, поедем, я тебя познакомлю. То есть у нас там вообще все по фану идет. Собака, да, то есть у меня маленькая собака, у него там сербернар огромный. То есть это тоже некая такая бунтарская энергия. Хотя человек сам по себе тоже крупный. Не обязательно это там маленький какой-то щуплый человек, который постоянно движется. Но энергии это много. И поэтому получается, что когда я вижу, что начинается стресс, я понимаю, что я там не семейный психолог, это не моя прерогатива, а разговор, потому что он в стрессе, его это волнует, постоянно об этом происходит. Я переключаю сразу, слушай, а куда ты ездил? А как Харлей, да? А как его купить? А куда планируешь ехать? А как это освоить? Бум, моментальное переключение, удовлетворение психологической потребности, да? Человек вообще про этот стресс забывает, как минимум, когда общается со мной, то есть он просто проникает вот в эту вот историю. И поэтому, то есть ему совет в том числе, там, да, осваиваем музыкальную инструменты. И опять речь бунтарь, да, я говорю, я тоже в принципе хотел, но жена там училась в консерватории, сказала, никаких барабанов у нас дома. Он говорит, не-не-не, я вот прям нормальная, настоящая там олдскульная барабанная установка, чтобы прям как дал, так что всем хорошо было. Вот это чувствуется. Сделайте, удовлетворите эту психологическую потребность в игровом контакте, в общении, где драйв. Потому что люди, которые ходят на танцы, они скорее всего тоже бунтари, да, если мы не берем какие-то профессиональные секции, чтобы выигрывать чемпионство. А вот именно для души, для себя, там очень много такой бунтарской энергии. Там вам будет интересно. И стресса, соответственно, будет меньше. Это что касалось людей с большим количеством бунтарской энергии, которых можно назвать бунтари. Третье на сегодня и шестое вообще, да, тип личности – это деятели, люди с большим количеством деятельной энергии, которые впадают в стресс. Что для них важно? Для них важно получение мгновенного и быстрого результата. Сделал действие – получил результат. Про себя могу сказать, особенно когда начинаешь впадать в какую-то фрустрацию, вот этот вот небольшой такой импульс может быть «помыл казан». Ну, конкретно вот мой пример, да, как происходит удовлетворение психологической потребности. Есть казан, настоящий чугуновый казан, все замечательно, классно готовится, но, блин, постоянно ржавеет, да, то есть вот что ты с ним не делай, постоянно ржавеет. У меня спасение казан, как это не покажется смешным, да, покрылась ржавчиной, у меня уже для этого все есть, да, то есть у меня есть шкурки, у меня есть шлейф-машинка, которая быстро позволяет все это сделать, да, я понимаю, что вот следующие полчаса я просто чищу казан, там, разжигаю его, прожигаю, прокалываю, все хорошо, но зато, когда я вижу все это прямо как блестит, этот классный результат, да, я потратил всего лишь полчаса, у меня есть результат. Уборка, да, если какой-то где-то бардак, то уборка, она позволяет в очень сжатый промежуток времени получить результат. О, чисто, я красавчик, да. Но в мануале, да, в который я там немножко подглядываю, есть там такая рекомендация, вложитесь в акции с высоким риском, но и с потенциально высокой отдачей, то есть это вот играйте на ставках, может быть, я опять же не призываю играть на тотализаторах, но это история, где вы можете получить очень быстрый результат. Но при этом вам, если вы деятель, если у вас очень много деятельной энергии, если у вас фильтр восприятия это действия, глаголы, я тоже, кстати, вот в этом видео про землю рассказывал, поступок деятеля, то есть абсолютный поступок деятеля, земля, которая находится на 3,5-4 тысячи от твоего постоянного места жительства, который ты вообще не видел. Ты не знаешь, что ты будешь делать с сельхоз земли, но просто у тебя цена 0,5% от кадастровой стоимости, да, то есть это некая такая история произошла лично у меня, которую я рассказывал, да, она произошла, потому что у меня база деятелей. Представь это предложение любому человеку, у которого много логических мыслей, он посчитает факты, так, 4,5 тысячи километров, кто это обрабатывать будет, непонятно, от ближайшего райцентра 300 километров, налог там 30% от цены, которую я заплачу, что я с этим делать буду, он на это посмотрит, скажет, да не, вообще не интересно. Это абсурд, да, это вообще не очевидно, то есть туда не нужно лезть, потому что не заработаешь. Лучше вот есть недвижимость, да, стоит 10 тысяч рублей, находится в Москве, скоро построят рядом метро, ипотека есть под 0,1%, все посчитано, я внесу там первоначальный взнос 30%, соответственно, сдавать ее буду в аренду, эта аренда будет окупать мою ставку по ипотеке. Вот сюда вот я пойду. Вот размышление логика, да, пример логики. И деятеля, который получает вот это, он понимает, что да, я могу рискнуть, я вообще с этим ничего не сделаю, меня это могут отобрать, я заплачу налоги, и еще государство это изымет, но если я получу результат, сейчас, два месяца назад, сдав данную землю в аренду, у меня бешеное удовлетворение
моей психологической потребности деятеля, и которая позволяет мне текущую непростую ситуацию переживать достаточно комфортно, потому что это произошло, это стрельнуло, да, то есть удовлетворило, получили быстрый результат. Поэтому еще раз, я не призываю идти там играть в онлайн-казино или делать ставки на спорт, нет. Суть в том, что вы должны где-то вложить деньги и получить быстрый результат, желательно хороший. Еще отлично, если будет выдающийся, но при этом понимать и риски, которые вы при этом несете. И это, может быть, тоже деятелям подходит среди знакомых организовать игру в покер, да. То есть вот игру, с одной стороны, на деньги, с другой стороны, интеллектуальную, психологическую, да, чтобы вот это, те результаты очень быстро получить в хорошей компании непосредственно. Прокатиться на какой-нибудь гоночной машине – это нормальная история. Если вы себя чувствуете в стрессе, деятелям тоже непросто. Есть всякие, ну, если мы в Москве говорим, есть каршеринги, гоночные автомобили, может быть, что-то взять в аренду. Не хватает денег – поедьте на карт, да, то есть пусть это будет картинг. Запишитесь на стрельбу в тир куда-нибудь, да, настоящими боевыми патронами. Спрыгните с парашютом, да. Ну, то есть вот именно реакция такая, вкус жизни, какое-то новое место. Зайдите, не знаю, на сайт ChipTrip'а, да, не является рекламой ни в коем случае. Есть очень большое количество путешествий на уикенд, да, там за 20-30 тысяч рублей можно выехать куда-нибудь и просто напитать себя большое количество смены локаций. Можно зайти, я не знаю, там на сайт, я про Москву опять-таки говорю, Trophy Life, что лично я там использую. Ребята каждую субботу организовывают внедорожные экспедиции по Подмосковью, да, то есть вы просто можете стать членом какого-нибудь экипажа, присоединиться, вы можете там машину в аренду вам выдадут, грязюку поместить, да, посмотреть какие-нибудь интересные исторические места. Ну, то есть напитайте вот свою психологическую потребность в действии, в движении, в новых эмоциях, в новых ощущениях. Скажите, опять-таки, покажите данное видео и скажите, блин, вот это вот про меня, ну вот видишь, тебе объясняют, да, ну отпусти меня, просто вот там жена или там муж, отпусти меня, я реально хочу. Но если условно ты мечтатель, да, и тебе хорошо побыть наедине, ну давай вот ты там побудь наедине, а я рвану куда-нибудь там это самое, на мотоцикле куда-нибудь по Подмосковью или на джипах, да, то есть напитаю своей энергией. И получается один выходной после просмотра данных двух видео, да, и вы, в принципе, можете в эти выходные просто запланировать, удовлетворить психологическую потребность и нивелировать вот этот вот эффект стресса, потому что очень быстрый выход будет из стрессового состояния. Самое простое, что можно посоветовать еще деятелям, читайте приключенческие романы, да. Лично я в настоящий момент, я просто перечитываю Жюль Верна. И не просто перечитываю, а планирую, да. То есть я в любом случае планирую там по 37-й параллели пройтись, как я это буду проходить, как я туда долечу. То есть тоже некое планирование путешествия. Как логики я не планирую это дословно. Да? Но идея у меня лично такая непосредственно присутствует, да, то есть рвануть и просто там по, ну, не мир, конечно, обогнуть, но как минимум в Южной Америке махнуть, перемахнуть, да, почему бы и не сделать. Наверное, сегодня на этом все. Ребят, если понравилось видео, если хотите продолжение, чтобы мы продолжали тему эффективной коммуникации, работы со стрессом, оставляйте комментарии под данным видео. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.